Модернизация здравоохранения по большей части как раз и коснулась районных больниц. И с кем, если не с главными врачами, говорить о том, что сделано и каковы результаты. На сегодняшний день за год реструктуризации сделано немало. Десятки больниц преобразованы. Процесс непростой, но проводимая оптимизация не самоцель, а преследует главную четкую цель – повысить качество оказываемых населению медицинских услуг и одновременно максимально снизить неоправданные расходы. Ведь ни для кого не секрет, отмечает министр здравоохранения, что зачастую некоторые больницы попросту простаивают, а на их содержание, тем не менее, ежегодно выделяются немалые суммы. Кроме этого, у нас с вами произошло и сокращение коечного фонда. Почти чуть более чем 1500 коек нами в этом году сокращено. Но это не привело к уменьшению объемов оказания специализированной медицинской помощи в области, а напротив, доля специализированных коек для больных с сосудистой патологией с 9% увеличилась до 13%. Проводимые преобразования в здравоохранении в области в части смещения акцента объемов медпомощи со стационарного этапа на амбулаторный позволило увеличить объем выездной работы врачебных бригад в населенные пункты. Увеличился объем стационара замещающей терапии.